В Айхале Мирнинского района открыли новое здание для воскресной школы, рассказывает Нария Сивцева. Субботнее утро. В местном храме Айхала идет божественная литургия. Возглавляет богослужение архиепископ Якутский Ленский Роман. На днях он посетил северную площадку. Повод – открытие нового здания для воскресной школы. Дом построили быстро. Участники стройки – практически все организации Айхала. Меценатов чествовали в храме. Метод народной стройки, и получилась вот эта воскресная школа, которая действительно очень нужна была Айхалу, потому что она вот призвана воспитать новых молодых людей именно в наших ценностях. Сегодня в школе занимается 150 ребят. Большая необходимость в новом просторном здании была давно. В строении разместилась своя приходская библиотека. Оборудованы кабинеты. Место нашлось и для патриотического казачьего клуба. Помещение особо предназначено для занятия детей законом Божьим. Это и пение, это и вышивание, это и умение мастерить что-либо, особенно там священные предметы. Это, безусловно, знание истории церкви. Занятия в новом здании воскресной школы уже начались. Преподаватели, прихожане, опытные педагоги. Первым мероприятием в новом здании стал рождественский праздник. Выступали ребята в обновленном актовом зале. И вот наконец-то за одно лето мы уже с отпуска приезжаем, у нас здание стоит. И внутренние работы сделали, и все, и мы въезжаем. Осветили в этот день и поклонный крест. Железный гигант установили в черте поселка. Сооружение – некий щит от всех врагов. Этот крест через молитву освящен и стал святыней, еще одной святыней Айхала. И всякий проезжающий мимо него и молящийся на этот крест будет получать от Господа и поддержку, и заступление, и его всесильную помощь. Нария Сивцева, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».